Вы знаете, мама была очень против. Вы ведь, наверное, уже заметили. Он же блаженный. Над ним вся округа смеялась. Он был жалкий такой, растяпа. Мама говорила, он же сталкер, он же смертник, он же вечный арестант. А потом дети. Знаешь, какие дети бывают у сталкеров? А я даже и не спорила. Я и сама все это знала. Про то, что смертник, про то, что вечный арестант, и про детей. Да только что я могла сделать? Я уверена была, что мне с ним будет хорошо. Я знала, что горя будет много. Но уж лучше горькое счастье, чем серая унылая жизнь. Может быть, я это все потом придумала. А тогда он подошел ко мне и сказал, пойдем со мной. Я пошла. И никогда потом больше не жалела. Никогда. И горя было много, и страшно было, и больно было. Но я никогда ни о чем не жалела и никогда никому не завидовала. Просто такая судьба, такая жизнь, такие мы. А если не было бы в нашей жизни горя, то лучше бы не было бы, хуже было бы. Потому что тогда бы и счастья не было, не было бы надежды.